Продолжаем летнее путешествие вместе с квартетом Кантабиле. Венгрия – страна танцев и музыки. В свободное время многие жители Венгрии проводят в танцевальных залах, изучая национальный танец. И это неудивительно, ведь венгерская музыка содержит в себе легкие восточные оттенки и страстные цыганские мотивы. Многие композиторы обращались к венгерской музыке. Например, такие мастера, как Бетховен, Гайден, Шуберт и, конечно же, Иоганнес Брамс. Прозвучит венгерский танец.